1-0. Они, в принципе, во втором тайме играли, я думаю, неплохо, до пропущенного гола, создавали какие-то моменты. И если бы, я думаю, реализовали хотя бы один из них, то довели бы до победы. А так получилось, получили в ответный гол. Ну и понятно, ЦСКА – это команда дальше всех прошла в Еврокубках, очень сильный состав для России. Но они воспользовались тем, что забили, поймали какие-то эмоции, где-то нас уже в конце поджали. Вот такая, я думаю, игра, были качели, и туда могло развернуться, и сюда. Я думаю, так что, наверное, результат закономерный. Ну, может, какой-то, не знаю, это будет опытом, это нынешняя игра перед выездом Черкизова? Совсем разные команды, я думаю, и по стилю, и по всему. Так что будем готовиться к следующей игре, постараться выбирать очки. В первом тайме ЦСКА вроде как оказалось, не давал создавать момент. Уфа больше играл на отбой. Да, в принципе, не знаю. Просто это забито в голову. Ну и мы не толком, и у них не было моментов, была такая игра, там, борьба за инициативу, и в итоге мы забили гол, во втором тайме ЦСКА перестроилась на другую схему, стали, наверное, хотели больше атаковать, а у нас получилось, что мы стали свободной зоной впереди быть, чем мы и пользовались, и создавали тоже момент. Больше опасности сегодня было от Александра Головина, чем в предыдущих матчах ЦСКА, или сумели как-то прикрыть его? Я не выделял бы его одного, понятно, что это топовый футболист для нашей страны. В принципе, я думаю, что сегодня он там много не сделал. Я думаю, что мы справились. На ваш взгляд, усталость игроков ЦСКА повлияла на исход матча? Я не знаю, мне тяжело сказать, в каком они состоянии. Да их уже проблемы, у нас это не должно быть. Дима Жумагулядова немножко поругались за то, что два момента не забили. Ну, он сам расстроен, так что, в принципе, такое бывает и бывает. Любой футболист может не забить гол, так что наоборот, он сам чувствует вину, что не забил гол. У нас все нормально в этом отношении. Мы единый коллектив, все выигрываем, все проигрываем, там, все играем лично. Насколько вообще довольны тем, что сумели у одного из лидеров чемпионата очки отнять? Или все-таки есть небольшое расстройство, что мы победили? Есть расстройство, потому что вели, и, в принципе, игра давалась, и создавали моменты. Так что хотели мы выиграть, не рассматривали результат там на ничью. Продукцию технического спонсора футбольного клуба «Уфа» испанского бренда «Джома» можно приобрести в экипировочном центре клуба по адресу Уфа, 50-летие октября, 28.